Эстонская таможня впервые в своей истории столкнулась с таким объемом провозимого ката – вечно зеленого кустарника, растущего преимущественно на северо-востоке Африки. Во всем мире около 10 миллионов человек употребляют в качестве стимулятора стебли и листья ката. Его использование широко распространено в странах Аравийского полуострова и Африканского рога, например, в Йемене, Сомали и Эфиопии. В социальном и культурном смысле кат можно рассматривать как заменитель запрещенного во многих странах алкоголя. Так, в Йемене, по некоторым оценкам, кат употребляет до 90% всего мужского населения и четверть женщин. В последние годы в Финляндии значительно возросло число беженцев из Сомали, и спрос на кат, который африканцы привыкли жевать ежедневно, причем желательно в свежем виде, также подскочил. Кат доставили из Великобритании, где он не запрещен, и намеревались перевезти в Финляндию, где также более либеральные законы. В Эстонии кат является запрещенным, и мы впервые столкнулись с таким большим объемом. И удивительно, что везли его в обычной машине. Обычно это растение пересылают самолетом, чтобы оно не успело испортиться. Теперь нам предстоит выяснить, кто стоит за организацией этой цепочки, чтобы перекрыть канал доставки. Препараты из ката вызывают умеренную эйфорию и возбуждение, а также снимают усталость и легкую боль. Под его влиянием люди становятся очень разговорчивыми и кажутся неадекватными и эмоционально неустойчивыми. Кат может провоцировать неадекватное поведение и гиперактивность. Налогово-таможенный департамент и прокуратура обратились ко всем фирмам-автоперевозчикам с призывом внимательно следить за предлагаемыми им грузами, поскольку наркодилеры, опасаясь быть пойманными при перевозке ката воздушным путем, все чаще прибегают к услугам автоперевозки. Дмитрий Кукушкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.